Представляем вашему вниманию автокресло Maxi Cozy City. Кресло рассчитано на малышей от рождения до достижения ими веса в 13 кг, что охватывает период от рождения до 12 месяцев. Обивка кресла очень мягкая, съемная. Ее можно легко снять и постирать при температуре 30 градусов. Кресло снабжено солнцезащитным козырьком, который можно очень легко снять. Также кресло снабжено ручкой для переноса, которая имеет несколько положений и которую вы можете регулировать в зависимости от ваших потребностей. Кресло также имеет подголовник вместе со специальной вкладкой, которую можно очень легко убрать, когда малыш достигает полугода. Кресло также снабжено трехточечным ремнем безопасности. Нажав на красную кнопку посередине, ремни легко расходятся по сторонам, тем самым освободив достаточно пространства для того, чтобы усадить вашего ребенка. Для того, чтобы ослабить ремни, вам необходимо нажать на серую кнопку на передней части кресла и потянуть ремни на себя. После того, как вы ослабили ремни, вы можете усадить обратно своего ребенка и вернуть ремни в прежнее положение. Для этого вам необходимо соединить защелки и защелкнуть их. Вы также можете использовать дополнительный ремень для того, чтобы отрегулировать длину верхних ремней. А теперь посмотрим, как устанавливается кресло. Сначала вам необходимо повернуть кресло передней частью к спинке сиденья. Затем взять ремень безопасности в автомобиле, провести его через специальные направляющие, которые находятся по бокам кресла. Далее закрыть ремень в замок и верхнюю часть ремня необходимо провести через специальный зажим, который находится на задней части кресла. Теперь мы видим, что кресло установлено правильно и не расшатается в дороге.